Всем привет! Сегодня у нас 30 апреля 2020 год. В этом видео постараюсь рассказать, чем мы будем проводить обработку по персику и нектарину в данную фазу вегетации. Дорогие друзья, поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. В то же время не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о новых видео, которые выходят на моем канале. Половину персиков я уже обрезал, нектаринов до заморозков. Были заморозки у нас 1 числа, 1 апреля, до минус 9. И я решил половину сада не обрезать, чтобы уберечь свой урожай. Утром у нас очень холодно сейчас, до 2 тепла опускается днем, плюс 20, плюс 22. То есть погода в этом году, конечно, очень странная. Персик вот выглядит так, как перед смертью. То есть листья слабенькие, дохленькие. И не только у меня одного, и у отца, и у моих друзей, знакомых, коллег, кто занимается данной культурой. То есть в данный период должны быть уже красивые, мощные пагоны, но из-за того, что очень большая разница температур в ночные и в дневные часы, персик не хочет расти. Он вот как распустился и стоит на месте, то есть ждет тепла. Болезни, как видите, на данном дереве нету. Мы проводили две обработки. Одна обработка была по набухшей почке, вторая обработка была по розовому бутону перед цветением. И вот сейчас подошла фаза третьей обработки персика. Он отцвел уже как 3-4 дня назад. Последние цветочки отцвели. И сейчас будем проводить обработку от курчавости листьев, от манилиоза, от восточной плодожорки, и в то же время добавим препарат один от мучнистой росы, потому что может поражаться и мучнистой росой в данный период, когда вот начинать будут расти плодики. Завязался персик в этом году, тот, что обрезанный, плохо, потому что уже была оставлена нормировка урожаем. То, что не обрезанный, вот я буду все это обрезать чуть позже, в принципе, более-менее. Вот видно, плодики есть. Работать будем препаратами, тремя препаратами, двумя фунгицидами и одним инсектицидом. Погода в этом году, конечно, не дает проводить обработки. Постоянно то ветер, то дождь начинает моросить, хоть и засуха была. Но вот когда нам нужно обрабатывать сад, вечно какие-то проблемы. Ветра дуют. Сейчас тоже, вот сейчас дождь прошел, как полчаса назад. То ветер есть, то нету ветра. Ну, короче говоря, будем сегодня заниматься вечером обработкой, если не будет дождя. Работать будем вот такими препаратами. Три препарата. Это NGO, Score и Topaz. NGO будем ложить 3,6 мл на 10 литров воды. Score будем ложить 2 мл на 10 литров воды. Topaz будем ложить 8 мл на 10 литров воды. Все эти три препарата смешиваем в один бак и обрабатываем наш персиково-нектариновый сад. Всех щедрых урожаев. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Всем спасибо за внимание. Всем пока.